Это кар-шоу, выставка машин. GMC. Вот трак какой-то. Ой, какой Ford. Широкая машина. Plymouth. Plymouth. Очень широкая машина. Ричард прилип уже к джипу. Это выставка старинных машин. I drive it every day. Yeah. Дядечка говорит, что он каждый день на ней ездит. Yeah, I drive it every day. In the summertime. I store it in the wintertime. Oh, yeah. Зимой она на ней не ездит, только летом ездит. And everywhere I stop, people want to talk about it because everybody's had either a dad or an uncle or a granddad or a brother that's driven a Jeep, you know. And so everyone's got lots of questions about it. Dad used to go take it up deer hunting. Yeah. He used to go along the ridges of the mountain. Places where there were too many rocks to get by. Рядом с индейцами чудеса техники. Это Chevrolet. Ой, вот чтоб все так сияло. Вообще он как новый, весь блестит, вообще ужас. Как они его так содержат? Вот эти владельцы старинных машин очень сильно ухаживают за своими игрушками. Кабину показываю. Так, пойду с другой стороны. Это был вид сзади. А здесь всякие карусели для детей. Это Ford. А вот это рядом Century.
Белые сиденья там. Вау. Ничего себе прожекторы. Фары такие. Number one fan. О, какой интересный мотор. Так, а это что такое? Машина с открытым верхом и с открытым кузовом. Yeah, it's beautiful. Они на ней катаются. Это очень длинная машина. Вот они лимузин. Так. Pontiac. Pontiac сейчас, у него сейчас другой логотип. Вот это старинный Pontiac. Классная тачка вообще. Это не знаю, как называется. Фарго. Грузовик Фарго. US Route 66. American Main Street. Это мустанг, голубой мустанг. Вау, это я не знаю, что такое. Это колеса и там какая-то кабинка, наверное, гоночный какой-нибудь. А вот это International S180, грузовик, и на нем стоит машинка маленькая. Торнадо 69 года, 1969 торнадо. Вообще, как в салоне. Навьё. Посмотрите, муха не сидела. А это GMC, вот это синяя под деревом. GMC, цвет очень красивый. А это хозяева сидят на стульчиках.
Смотрите, там под кузовом какая-то бочка. Вау. Это, наверное, есть towing truck. Эта машинка получила рибан, приз, приз выставки. Вот этот голубой бантик, это приз. Ричард, do you know name of this car? No sign. Street right? Ага. Вот эта машина для уличных гонок. Я смотрю, что-то такое типа гоночное. Но этот Мустанг хорош. Все, Ричард залип. How do you call it? Street rod. Street right? Street rod. Эта машина называется Street Rod. Завтра будет выставка мотоциклов.